Приветствую наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, связанным с мусором. Поговорим о том, как правильно избавляться от мусора, на какие народные приметы обязательно стоит обратить внимание. Итак, далее все более подробно в этом видео. Многие из нас считают, что вынести мусор – это очень простое действие. Но этот вопрос считают, что не требует изучения, но на самом деле это не так, ведь это нужно уметь делать по всем правилам. Иначе возможно притянуть настолько сильный негатив, что он будет способен полностью перевернуть вашу жизнь не в лучшем направлении. Есть такая категория людей, которые, чтобы не ходить часто и выбрасывать мусор, скапливают его и выносят раз в несколько дней, а то бывает и раз в неделю. И вот таким вот действием вы притягиваете в дом разрушительный негатив, который за короткий промежуток времени способен заполнить весь дом, из-за чего у членов данной семьи начнется плохое самочувствие, начинает преследовать бессонница, разбитое состояние, которое будет сопровождать на протяжении всего дня, а в результате приведет к депрессии, к апатии, ведь такая ленивая привычка способна даже притянуть проблемы в различные сферы жизни. Чтобы этого не происходило, не стоит забывать о том, что мусор сам по себе притягивает негатив, поэтому от него нужно вовремя избавляться, ведь без негатива ваш дом будет излучать уют, комфорт и благополучие. Наши предки старались соблюдать все правила, которые связаны с мусором, ведь знали, что это действие важно, и лучше потратить время на то, чтобы все сделать правильно, чем на то, чтобы избавляться от последствий. Мусорное ведро – это энергетически опасный предмет в доме, который даже после того, как вы вынесете мусор, способен продолжать притягивать негатив. Поэтому его нужно мыть минимум раз в неделю соляным раствором, а после каждого раза, когда вы выносите мусор, старайтесь поджигать свечу белого цвета. Держите над ведром и при этом трижды скажите следующие волшебные слова – «Огонь, ведро очисти, энергии те, что оно скопило, с него убери, пусть вред дому моему не будет приносить, будет и дальше мне служить». Свечу сразу затушите, так вы будете нейтрализовывать весь негатив и аннулировать энергетику ведра. Данную свечу держите отдельно, ее нельзя использовать для других целей, кроме как очистки мусорного ведра. Какие существуют народные приметы о том, когда нельзя выбрасывать мусор? Вы знаете, нельзя выносить мусор, если вы планируете ехать в дальнюю дорогу, так как из-за такого действия вы останетесь без энергетической защиты. Правда, этот запрет не касается пищевых отходов. Старые вещи выбросите до поездки. Если же так не получилось, а вы их уже приготовили, то сделайте это, когда вернетесь из поездки домой. Нельзя также выносить мусор из дома в воскресенье. Этот день нужно использовать только для отдыха. Ну, казалось бы, такое безобидное действие, а может оставить вас без финансового благополучия, и вернуть его обратно в свой дом вы сможете совсем не скоро. Вам потребуется приложить для этого немало усилий. Не выносят мусор из дома и в большие церковные праздники. Делать это нужно заранее, иначе вы разрушите особенную энергетику своего дома. Притяните в него ссоры, проблемы, недопонимания. Между вами и вашей второй половинкой начнет угасать страсть и любовь. Может дойти даже до развода. Поэтому воздержитесь от такого действия, чтобы потом не пришлось жалеть о тех или иных последствиях. Если вы планируете сменить место жительства, то весь свой мусор нужно забрать с собой, чтобы расстаться с ним уже на новом месте. Так нужно делать в том случае, если в старом доме вам жилось счастливо, вы ощущали комфорт. Если же не очень, преследовали негативные события, неудачи, в таком случае мусор нужно выбросить рядом со старым жильем, но так, чтобы никто не видел, и при этом проговорить трижды такие слова: «Все, что мне жить мешало, я здесь оставляю, негативно энергии с собой не забираю. В новом доме жизнь счастливую начну и счастьем только себя окружу». Но с квартиры мусор нужно забрать в любом случае, чтобы люди, которые в нее въехали, не смогли использовать данный мусор с целью вреда для вас и не отобрали вашу денежную энергию.
Если у вас в мусорном пакете нет никакой еды, то вас ожидает материальное благополучие. Это говорит о том, что вы не расточительные люди, к продуктам и еде относитесь бережно, поэтому эти ваши поступки на энергетическом уровне обязательно будут вознаграждены. Перед тем, как выбросить мусор, подойдя к контейнеру, проговорите такие слова: «Все, что мне не нужно, выношу, благополучие и достаток в доме сберегу». Произносите их трижды, далее выбрасывайте ваш мусор, не поворачивайтесь и спокойно возвращайтесь домой. Нужно избегать того, чтобы выбрасывать мусор после захода солнца, так как это действие лишит вас стабильности, и все то, что у вас на данном этапе в жизни хорошо было и очень быстро, может от вас уйти. А на его место придут дисбаланс и непостоянство, переменчивость и шаткость. Приучитесь избавляться от мусора на рассвете или же до захода солнца. Так вам не нужно будет переживать о последствиях, также вы и хозяина своего дома не рассердите, то бишь домового. Если будете выбрасывать мусор не по правилам, у вас будет много работы, а кому это понравится? Если вам срочно нужно выбросить мусор в ночное время, так как вы что-то не рассчитали или ситуация принуждает к этому, плотно завяжите мусорный пакет, подожгите 3 спички, сделайте ними круг вокруг завязанного узла и при этом обязательно скажите следующие слова. Этот пакет негатив дома и не привлечет, энергетические изменения за собой не повлечет. Данное действие разово совершаю, энергетику жилья в целостности оставляю, негативом его не наполняю. После проделанного быстро выносите пакет на мусор, спички выбрасывайте также, но не злоупотребляйте данным действием. Если когда вы несли вынести мусор, у вас ни с того ни с сего порвался пакет, это означает, что у вас будут денежные потери. Чтобы это нейтрализовать, сразу соберите мусор, выбросите его, затем киньте монетку через левое плечо и при этом проговорите такие слова: «Мусор быстро собрала, примете сбыться не позволила. Я от данного негатива откупаюсь, а значит денег не лишаюсь». Это действие поможет вам все исправить, и деньги никуда от вас не уйдут. Если вы выносили мусор в ведре и у него обломалась ручка, это означает, что вас ожидает приятный жизненный поворот, который вас одновременно и удивит, и порадует. Если когда вы в гостях у близких людей, в чистосердечности по отношению к вам вы уверены, и вас попросили выбросить мусор, сделайте это. Такое действие сулит вам хорошую денежную прибыль, которая очень быстро приумножит ваши финансы. Но если вы не уверены в отношении людей к вам, конечно же, не стоит это делать, ведь таким действием данный человек может отобрать у вас удачу и успех. Девушкам, которые не замужем, нельзя выносить мусор после 6 часов вечера, иначе на протяжении долгого периода времени у вас не получится выйти замуж. Парням, которые не женаты, нельзя выносить мусор после захода солнца, иначе жена будет изменять. Не стоит выбрасывать мусор, когда вы идете на работу. Это действие будет притягивать проблемы на работе. Вы не будете справляться со своими задачами. Если сделаете такое перед важной встречей, не сможете провести ее, как того желали бы. Если перед сделкой, то она будет неприбыльной и не принесет вам желаемый результат. Поэтому не рискуйте, выбрасывайте мусор, вернитесь сразу домой, и затем через пару минут вы можете идти уже по своим рабочим делам. Но день пройдет так, как вам нужно, так как вы изначально запланировали. От мусора в виде старого хлама и ненужных вещей также нужно вовремя избавляться, так как такого вида мусор перекрывает положительные каналы, через которые в ваш дом попадают положительные энергии, и это приводит к тому, что энергетика дома становится слабой, а любой недоброжелатель, пришедший в дом, способен навредить вам и вашему дому. Денежная энергия покинет очень быстро ваш дом, так как ей будет в ней некомфортно, а богатство, даже если вы будете работать большую часть времени, никогда к вам не придет. Таким вещам не место в вашем доме. Как только вы научитесь быстро освобождаться от всего ненужного, вы сразу ощутите, насколько приятнее станет находиться в вашем доме и сколько всего нового его наполнит. Придет к вам и, соответственно, будет менять вашу жизнь только в хорошем направлении.
Нельзя выбрасывать одежду в мусор, ведь одежда напитана энергетикой своего владельца, а выкинув ее в мусор, вы переплетете ее целенаправленно с негативом, что разрушит не только ваше энергетическое поле, но и принесет вам различные жизненные неприятности. И в некоторых случаях, если вы таким образом выбросите нательное белье или же обувь, беды и проблемы будут со здоровьем. Поэтому такие вещи лучше сжигать. В данном случае ваша связь сразу разорвется с такими вещами, или же сложить все, от чего собираетесь избавиться, в отдельный пакет, далее посыпать сверху мелкой и крупной солью, кинув по три щепоточки, и при этом скажите такие слова: «Наша связь с данными вещами разрывается, теряется, больше мою энергетику они не содержат, соль все собирает и действие данное выполняет. После этого можете выносить вещи, это больше не принесет вам вреда». Если в вашей жизни началась черная полоса и не проходит на протяжении долгого периода времени, избавьтесь от всего, что лежит без дела в вашем доме. Сделайте генеральную уборку, вынесите весь мусор сразу же из дома, и когда будете выбрасывать, проговаривайте такие слова: «Я на новую полосу в жизни перехожу, черную позади оставляю, больше негатив меня не окружает, впредь я только светлые энергии привлекаю». В течение нескольких дней все ваши проблемы и неприятности останутся позади, ничего больше не будет приносить вам вред. Уделяйте внимание мусору, не думайте о том, что это просто мусор, а это все-таки имеет определенную энергетическую силу. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, услышимся в следующем видео.